Надеюсь, ты не собираешься устраивать неприятности. Тебе помочь? Надеюсь, ты не собираешься устраивать неприятности. Чем могу тебе помочь? Долгой жизни тебе, капитан. Thank you.
ошиблись адресом? Я прямо за тобой. Я к твоим услугам. Пойдем? Любые лохмотья. Конечно. Чего нам сейчас? Да я это мигом. Тебе еще что-нибудь нужно? 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 Ладно. Я прямо за тобой. Честь тебе. Такие друзья. Там. Конечно. Конечно. Тебе еще что-нибудь нужно? 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 Я это миг. Тебе еще что-нибудь нужно? Теперь прости, мне пора. Эй, осторожней!
Конечно, что захочешь. Только настоящие имперцы просят эту песню. За юность мы пьем, прошлым дням наш почет. Скоро век произвола совсем истечет. Побьем братьев бури, землю нашу вернем. Долгой жизни тебе, Тан. Для меня честь снова видеть тебя, Тан. Я тебя прикру... Я к твоим услугам. Тогда пойдем. Я все еще здесь. Я с радостью понесу твою ношу. Тогда пойдем.
ты умеешь? Погляди. Если что понадобится, надень на себя хоть что-нибудь. Приветствую. Клинки, шлемы, фраки. С тобой приятно иметь дело. Вот растяпа. У меня для всех найдется что-нибудь подходящее. Позови меня, если что понадобится. Я торгую лекарствами от всех бед. С радостью помогу, чем смогу. У меня на полках тебя ждут микстуры, мази, припарки и зелья. Смотри, сколько душе угодно. Вид у тебя, погляди. Если потребуется лекарство. Побрякушки, всякая всячина и прочие безделицы. До встречи! Посмотри, что у меня есть! Наверняка ты найдешь... Побрякушки, всякая всячина и прочие безделицы. Пройдешь что-нибудь.
я пойду. Боги, погляди. Возвращайся, если что-то понадобится. Привет, меня зовут Гисли, но ты можешь звать меня сестрой Эрикура. Все так и делают.
Во всякой всячине тебе всегда еще было. Посмотри, что у меня есть. Наверняка родители-то не... А, так значит, ты алхимик? Если понадобится. Такие друзья, как ты. Редкость, и я это очень ценю. Эй, смотри, что творишь.
Таверной владеет Торинг. Поговори с ним. Это проклятие. Не иначе. Мне нужно бежать из этого города. Прошу тебя, Ирвинер, возьми себя в руки. Это всего лишь сны. Эрандур, ну, скажи ей. Послушай свою подругу. Это всего лишь сны, дорогая. Уверяю тебя, это вполне нормально. Все время один и тот же сон. Думаешь, это нормально? Это зло, говорю тебе. Эрандур, в ее словах есть смысл. Ты говоришь, что эти сны безвредны. Но что, если это знак? Завидую я вам, приезжим. Кошмарные сны-то мучают только местных. Да, с тех пор, как несколько зим тому назад умерла мама, пою песни и помогаю обслуживать гостей, когда есть время. Меня учила мать, она была бардом из коллегии Солитьюда. Говорят, они принимают многих из тех, кто хочет к ним поступить, если, конечно, тебе это интересно. Я лучше пойду. Сказать, ищешь ночлег? Не волнуйся! Кошмары мучают только нас, коренных жителей. Вот, посмотри-ка. Люди Ярла зашли и оставили это объявление. Люди говорят, что в Рифтоне есть кто-то, кто может... Всем в городе известна черная дверь. И то, что от нее нужно держаться подальше. Может, еще... Идемся.
Я делаю, что могу, чтобы прекратить эти кошмары. Госпожа Мара спасет нас от этих кошмаров. Говорю, а пока все эти сны. Что беспокоит тебя, сын мой? Весь город одолевают ужасные ночные кошмары. Жители в большой опасности. Но, боюсь, я мало что могу для них сделать. Эти сны, видения, созданные владычицей Даэдра Верминой. Она пожирает наши воспоминания, а взамен оставляет кошмары. Они как кашель, который указывает на серьезную болезнь. Я должен сорвать ее путы с этих людей, прежде чем их души будут непоправимо искалечены. Мне нужно вернуться к источнику проблемы. Храму призывателей ночи. Может, ты хочешь мне помочь? Я и так уже много сказал. Если кто-то услышит наш разговор, начнется паника. Я просто прошу тебя довериться мне и помочь спасти Данстар от кошмаров. Чудесно. Госпожа Мара будет довольна. Храм призывателей ночи стоит недалеко от Данстара. Идем, нужно спешить. Вермина обитает в странном царстве под названием Трясина. Это страна кошмаров, где реальность искажается невозможным образом. Из своей цитадели она тянется за нашими воспоминаниями, оставляя за собой видение ужаса и отчаяния. Кто знает... Может, она коллекционирует их и выставляет в магической галерее, как предметы безумного искусства? Как бы то ни было, ее намерения отнюдь не благие. Обещаю. Отвечу на все твои вопросы. Иди за мной. Говорю тебе, эти сны настоящие. Чем могу помочь? Я просто работаю на шахте. Говорю тебе, эти сны настоящие. Настоящие. Говорят, вампиры напали на зал дозора. Сожгли его дотла. В первый раз слышу, чтобы вампиры так расхрабрились. Ее появление в Данстаре как нельзя кстати. Всему городу снятся жуткие кошмары. Оглядываем. Во имя девяти, Скальд. Да кого мы напугаем, соратник, своими старыми ранами? Мы больше не солдаты. Твой человек, Хорик, носит старые доспехи легиона. Что мне прикажете думать? Он гордится своей службой, Скальд. Легион научил нас верности. Мой долг охранять Брину Мирилис. Ладно. Сейчас в Данстаре неспокойно. Все взвинчены. Топишь горе в стакане? Сейчас кругом много таких. Тогда иди в таверну Пик Ветров. А насчет работы? Можешь попробовать застать Скальда в хорошем настроении, но проще найти работу в шахтах. Это на другом конце города. Скальд поддерживает Ульфрика, и ему не нравится, что в его городе живет пара пожилых легионеров. Он глупец. На Хелген напал дракон. Империя нужна Данстару сейчас больше, чем когда бы то ни было. Не делай глупостей. Смотри, твои угрозы меня не напугают. Пошли. Ну давай, посмотрим, чего ты стоишь. Кто тебя драйвит? Пусти. Ты так и будешь стоять? Отбивайся!
на тренировках бывало и похуже. У тебя нет ни шанса. Удачный удар. Выше головы не прыгнешь. А у тебя кровь. Хватит, пора кончать. Кто это?
драться учил. Руки выше. Да стой ты смирно. Таким, как ты, здесь нет места. Все сделаю, только прошу, оставь меня в покое. Аскальда старшего. Не стою времени и внимания. Безбожные имперцы. Тогда я пойду. Устал. Уходи. Если только ты не знаешь, как решить проблему с кошмарами. Братьям Бури суждено выиграть эту битву. Талос с нами, а воин, благословленный богами, не может проиграть. Данстар уже не раз подрезал империи крылышки. Надеюсь, так оно будет и впредь. А знаешь... Отчего драконы-то нападают? Талос сердит, что мы от него отвернулись. Вот только выгони имперцев из Скайрима, драконы тут же исчезнут. Помяни мое слово. Больше не лезь ко мне по пустякам. Говорю тебе, эти сны тебе не следовало приходить сюда. В Данстаре сейчас нет отдыха. Я владею железорудной шахтой. Мы зарабатываем вдвое больше, чем эти хоркеры с ртутной. И никому не верь, если будут говорить иначе. Если ищешь работу, я хорошо плачу за железную руду. Это Скальд Старший. Он сейчас в Белом Зале. Наверное, опять превозносит Ульфрика, будто он воплощенный Талос. До встречи. Приветствую, соратник. Thank you.
добываю руду. Что такое? Я мало спал о ней. Это Скальд Старший. Он правит Данстаром с тех пор, как был избалованным мальчишкой. И с того времени ничуть не изменился. Пошел против Империи при первой возможности. А теперь всем нам приходится с этим мятежом разбираться. Если можешь поработать киркой и лопатой, я хозяин ртутной шахты. Это лучше, чем работать в проклятой железорудной с этими молокососами. До встречи. Не верю я этой болтовне, что капитан должен быть суровым и жестким. Я хочу, чтобы моей команде нравилось работать. Потомственный капитан, как мои люди любят говорить. У моей матери что на морском шквале, что дома все по струнке ходили. Я пытаюсь открыть новые направления деятельности, пытаюсь завоевать уважение матросов. Только не очень-то получается. Вот взять наш последний груз. Мелкоизмельченные соли пустоты из коллегии Винтерхолда. Кучу денег стоит, если знать, кому продать. Моряки случились. Напились и в итоге потеряли ценный товар в какой-то пещере. Если ты не боишься прогуляться туда, я готов заплатить тебе за поиски солей. До встречи. Мне не нравится, что мной... Я бы мог управлять кораблем лучше, я чем мальчишка, который завез себя капитаном. Может, однажды я что-то... Нужно что-то? Они умерли. Мой папа был моряком. И в свое последнее плавание взял меня с собой. А когда он заболел, они высадили нас здесь и уплыли. Он умер через несколько дней. Я пытаюсь как-то выживать с тех пор, но... Это очень трудно. Очень. Правда? А у тебя есть место, где я смогу жить? Ух ты! На самом деле, правда? Ты правда возьмешь меня? Правда, правда? Ух, спасибо, пап. Обещаю, я буду вести себя хорошо. Я не уроженка Скайрима, но пока я служила в Легионе, он стал моим домом. Ступки и пестики торгуют зельями. Впрочем, это ясно из названия. Нет, даже и не спрашивай. Ничего у меня нет от ночных кошмаров. Ха! Я старейшая жительница Данстара. Еще помню те времена, когда Скальд Старший был Скальдом Младшим. Скальд этот, дурак, каких поискать. Его послушать, так Ульфрик Буревестник бессмертен и пернит драконьим пламенем. Когда местные хотят порядка, они идут к Брине Мерилес. Огонь, девка! Я не удивилась, когда она ушла в Легион. От мужа научилась. Мы вместе ходили по лесам и собирали всякие травки. Он меня называл «мой можжевельничек». Это очень романтично, если ты алхимик. Бедняга замерз насмерть несколько лет назад, когда искал кольцо чистейшей смеси. Я потом нашла, где хранится кольцо, но я уже не в том возрасте, чтобы самой лазить по пещерам. Ты просто прелесть. Я с радостью научу тебя алхимии, если ты найдешь кольцо и принесешь его мне. Если найдешь это кольцо, принеси его мне. Твои предки были бы против сил. С какой стати я должен скрываться?
наследие моей семьи. Оно в прошлом. Мертвые клятвы на губах мертвецов. Пусть прошлое и останется там. Музей открывается, Модена. Прошу тебя, не ходи в музей Сила. Сил родился в одном из старейших семейств Данстара. У них сложная история. Несколько его предков были членами культа Мифический Рассвет, который чуть не уничтожил Тамриэль. Про неприятные связи его семьи стало известно через много лет после кризиса, но это все равно погубило их репутацию. Они стали изгоями. Теперь Сил вернулся. И этот музей Мифического Рассвета ему нужен, чтобы восстановить честь семьи. Только это ошибка. Да ты не больно-то знаешь историю. Оно и к лучшему. Этот культ лучше забыть навсегда. Тебе нужно знать только то, что они почти уничтожили мир, но их остановили. Давным-давно. Никому это не нравится. Вот и первый посетитель. Музей Мифического Рассвета открыт, друг. Не обращай внимания. Модена добрая женщина. Но у меня есть основания, чтобы открыть этот музей. И я не отступлю. У меня есть коллекция артефактов культа, который чуть было не разрушил империю. Его историческое значение нельзя забывать. Может, войдешь? Посмотришь экспозицию, мы поговорим. У меня есть работенка как раз по тебе. Давай поговорим внутри. Осмотрись, не стесняйся. Возвращайся ко мне, когда захочешь обсудить гобелены, которые висят в этом зале и снаружи. Эти одежды носили на тайных встречах. Эти обгорелые бумаги. Все, что... Книга комментариев к месте. У тебя есть вопросы о музее? Или ты хочешь поговорить о делах? Я не скрываю, что мои предки были членами Мифического Рассвета. Одного из моих працев даже избрали для убийства самого Уриэля Септима. Мы годами прятались от своего прошлого. Стали торговцами, богатыми и влиятельными людьми. Но я понял, что важность Мифического Рассвета — наша важность. Для истории неоспорима. Я хочу, чтобы все в Тамриэле вспомнили, что в какой-то момент мы держали в своих руках судьбу мира. К добру или к худу. Они поклонялись миру Несудагону, даэдрическому лорду разрушения и перемен. Члены Мифического Рассвета убили Уриэля Септима VII и его наследников, чем вызвали кризис Обливиона и вторжение даэдра в Тамриэль. Все, что осталось от некогда легендарного культа, я собрал в своем музее. Ага, отличный вопрос. Мирунис Дагон — это даэдрический лорд изменения, разрушения и гордыни. Культ Дагона, Мифический Рассвет, прервал династию Септимов и открыл в Тамриэле врата Обливион. Теперь это называют кризисом Обливиона. Для начала послушай немного истории. В общем, после кризиса Обливиона несколько групп взялись за уничтожение остатков Мифического Рассвета. Одна из групп нашла бритву Мируниса, великий артефакт Мируниса Дагона. Они разбили ее на три части и поклялись хранить их порознь. Это было почти 150 лет назад, но потомки тех воинов все еще хранят обломки кинжала у себя. И они живут здесь, в Скайриме. Двое из хранителей обломков, Гунзул и Драскуа, опасные бандиты. А третий, Йорген, я знаю только, что он живет в Морфоле. Вот, держи мои записи о них. Если добудешь части кинжала, я хорошо заплачу. И лишних вопросов задавать не стану, если что. Бритва — это личный артефакт Мируниса Дагона. Она всегда предвещала кровавые перемены и бойню. У нее было много имен. Кинжал последних ран, погибель праведных, цареубийца. Мифический Рассвет поклонялся Дагону как божеству. Его бритва стала бы жемчужиной моей коллекции.
удачи в поисках обломков. Добиваться своего. Мне это нравится. Есть для меня указание, предвестник. Уверена, что хозяева вздохнут свободнее. Денег они не пожалели. Предвестник, если ты присоединишься к моим поискам, это будет честью для меня. Похоже, я выяснила, где находится еще один тотем. Пойдем со мной, впишем себя в историю. Пойдем на охоту. Если вдруг понадоблюсь, я буду дома. Что тебе... А? Ты замечательный друг. Я покажу тебе, что могу в деле самозащиты. Вилкос говорит, ты теперь новый Кодла. Что это значит, но вроде доблести у тебя хватает. Это хорошо. Скиор, я покажу тебе, что могу в деле самозащиты. До встречи.
Пи! Он у тебя? Это точно соответствует описанию тотема в старой книге Скьора. Отнесем его в нижнюю кузницу.
умеешь добиваться своего. Мне это нравится. Есть в рифте просят нашей помощи. Похоже, что к ним в дом залез какой-то хищник. И нужно выгнать эту тварь. Берегись. Звери гораздо более непредсказуемы, чем люди. Убей эту тварь быстро. Говорят, ты сильнее, чем... Кажешься. Возможно, когда-нибудь мы еще поможем. Ты замечательный друг. Это дорого стоит. Эйла разве не дала тебе задание? Я покажу тебе, что могу в деле самозащиты. Вилкос говорит, ты теперь новый Кодлок. Не знаю, что это значит, но... Йор говорит, что... Некоторые думают, я дурак. Они получат. Это врыло, но ты мне нравишься. Твой меч и... Ну что ж, идем. Я все еще здесь. Чем могу служить тебе, мой танк? Показывай дорогу. Кто-то по твоему виду не скажет, что ты в паломничестве. Чего тебе? Говори. Да-да, у меня мало...
Это что, мех? У тебя из ушей так. Ищешь работенку? Хватай топор. Как приятно, когда работники и впрямь делают то, что им сказано. Вот обещанная награда. А теперь извини, мне надо заняться делами. Если подвернется случай, убей. Такие друзья, как ты, ваши. Что ты можешь мне посоветовать? Эй, поосторожней! Прошу тебя прекрати. Ну вот. Машина пляшет. Хорошо, что мы с этим разобрались. У меня для всех найдется что-нибудь подходящее. Позови. Что тебе нужно? А, так значит, ты алхимик. Если потребуется лекарство. Дай мне знать, если тебе что-нибудь приглянется. Готов? Да, немного того, немного сего. Заходи еще.
Погляди. Если... Мы с тобой... Кто-то зовет мой товар мусором, но для меня это сокровище. Новичок, погляди. До встречи. Боги, погляди.
Возвращайся, если что-то понадобится. Бейрон, побрякушки, всякая всячина и прочие безделушки.
Терпи! Thank you.
Достоверный владеет Торин. Говорись. Смотри. Боги, как же я устала. Немного. Приехала несколько лет назад из Хаммерфелла, когда вышла замуж. Место очень красивое, но холода я не переношу. Не понимаю, как это Рустлиф не мерзнет. Да-да. Родина Редгардов, земля песков и морей. Надеюсь, когда-нибудь я смогу убедить Рустлифа вернуться туда. А пока мы держим кузницу в Данстаре, и я довольна. Ладно. Ртутная шахта лучше в Данстаре. Так и передает ему из железорудной. Я не уроженка Скайрима, но пока я служила в регионе, он стал моим домом. Знаешь, теперь в Данстаре никто не может выспаться как следует. Лучше покупай свою сталь и спасайся отсюда, пока не поздно. Да. Я работал в портах то там, то тут. Большинство капитанов крайне суеверны в отношении того, кто на них работает. А Данстар известен невезением. Мы – последний порт захода перед Винхельмом, и наша руда – сладкий пирог для пиратов. Мы тут управляемся вместе с моей женой Сирен. Она все еще кует, хотя и беременна. Наш сын или дочь мало что узнают о культуре Редгардов тут, в Скайриме. Жена волнуется, как ей приобщить ребенка к традициям своего народа. Слушай, если найдешь книгу под названием «Ночь приходит в Сентинель», принесешь ее мне? Это история о народе моей жены. Она бы нам пригодилась. Отлично. Да все, что доброму воину нужно. Возвращайся, если понадобится сталь. Стопки и пестики торгуют зельями. Нет, спасибо. Давай-ка я научу тебя нескольким алхимическим секретам. Дай знать, если подхватит. Я все еще здесь. Я с радостью понесу твою ношу. Показывай дорогу. Вы жалкие черви!
черви, ползающие в грязи нашего разврата. Посмотри, что у меня есть. Наверняка ты найдешь все. Побрякушки, всякая всячина и прочие безделицы. Я все еще здесь. Я с радостью понесу твою ношу.
Показывай дорогу. Стоило сюда приходить. Плохое ты выбираешь время, чтобы заблудиться. Я прямо за тобой. Чем могу служить тебе, мой Тан?
Показывай дорогу. Я все еще здесь. Чем могу служить тебе, мой Тан? Показывай дорогу.
Дурное у меня предчувствие. Знаешь, как же я устал. Клинки, шлемы, практически все необходимое. Возвращайся, если понадобится сталь. Я помогаю своему мужу Рустлифу. Он изумительный кузнец. Я тебя прикрою. Я к твоим услугам. Веди. Нужен кинжал. Только лучшее оружие и броня. Славного денька. Я вышла. Погляди. Угу. Я все еще? Я с радостью понесу твою ношу. Показывай дорогу. Не стоит сюда приходить. В чем дело? Ты только взгляни. Вот она. Легендарная острота оружия Даэдра. Чудо! А вот и награда за обломки клинка. Теперь нужны только рукоять и навершие. Я буду в музее, если понадоблюсь. Тебе не спрятаться от меня! Good.
Процесс. Бейер, побрякушки, всякая всячина и прочие безделушки. Во всякой всячине тебе всегда... Я прямо за то... Чем могу служить тебе, мой танк? Тогда пойдем. Погляди. Угу. Да, немного того, немного сего. Не забудь порекомендовать нас своим друзьям. Нужно что-то? Кажется, ты только лучшее оружие и броня.
Осторожней, что ли? Боги. Побрякушки, всякая всячина и прочие безделицы. Прощайся, если что-то понадобится. С огнем. То, что коготь вернулся на свое законное место, много для погляди. Нас значит. Благодарю тебя. До встречи. Если нужна лошадь, поговори с моим папашей Скульваром. Thank you.
У меня предчувствие. Не нравится, все думают, что мной команда первые мальчишка. Хорошие новости с тех Но пор, как я вышел в море год назад. Вот твоя доля. Я лучше пойду. Thank you.
Посмотри, что у меня есть. Наверняка ты найдешь. Кто-то зовет мой товар мусором, но для меня это сокровище. Погляди. Заходи. Что за спешка? У нас да все, что доброму воину нужно. Стоп. Приятно иметь дело. Не стоило сюда приходить.